замутил я, короче, брагу на муке пшеничной. Сейчас буду я ее перегонять. Перегонять буду чуть позже. Как бы. Вот так вот она у меня выглядит. Как бы отбродила брагу, короче. Я оставил 5 килограмм муки пшеничной, обычной. 20 литров воды, воду 20 литров, короче, кипятил до кипения, короче. Потом муку заливал, так сказать, запаривал, остужал до 70 градусов, как положено, и разжижал вот такими вот ферментами. Это вот в Волковаре куплено амилолюкса. И осахаривал после этого вот таким вот глюколюксом А. Но это все это я покупал в Волковаре. Так, короче, вот у меня бак, обычный бак. Вниз я кинул РПН медным для очистки, так сказать. Что я сейчас буду делать? Я поставлю фальш дно, ну, потом пивоваренный мешок и полностью всю вот эту брагу, как она есть, с осадком, перелью туда. Ну, сейчас покажу, короче. Фальш дно. Мешок. Пользуюсь я им уже давно, как бы. Нормальная вещь, как казалось. Закрываем, чтобы она как бы не вылетела. Все, и начинаем переливать. Полностью со всей жижей. В бочке, короче, ничего не осталось. Сейчас мы это дело упакуем, так сказать, и соберем аппарат. Так, теперь самое главное, чтобы внизу под фальшно жидкость все-таки зашла. Вот уже придется немного, так сказать, повыдрючиваться, чтобы выжать брагу из мешка. Иначе, так сказать, нам удачи не видать. Иначе будет очень долго нагреваться. То есть надо, чтобы тот промежуток, который от дна до фальшна, был заполнен водой. Можно, конечно, просто воды добавить. Тоже как вариант. Но все-таки лучше так.
Так, ну все, короче, пальжно даже больше заполнилось. Все, вот теперь вот этим макаром буду ставить, собирать аппарат. Соберу его сегодня, а перегонять буду завтра с утра. Ну, как бы так, вот с фальшном и в мешке, как бы дно не пригорит. Я неоднократно пользуюсь таким методом, и в принципе он меня устраивает. Так, ну короче, вот так вот мой аппарат выглядит в режиме подстил. Как бы так, собрать его собрал, перегонять буду завтра. Банка для приема, выход в колонку, вернее проточный водонагреватель. И здесь ТСА, выход с ТСА, тоже туда же. Запах дома при перегоне как бы нету. Получается, что сегодня я перегонил точно такой же бачок браги, такое же количество. У меня получилось 34,6 литров 34% спирта сердца с 5 килограмм муки. Я считаю, это как бы вообще норм. Соответственно, это вторая партия. Там у меня еще, получается, стоит 50 литров. Тоже на днях буду перегонять. Но как бы заполню видео, сниму полностью. Короче, перегнал я свои 100 литров браги, сделанных из 20 килограмм пшеничной муки. Вот получилось у меня столько. Здесь примерно 22 литра. Содержание спирта, примерно я могу сказать только, 30-35 градусов где-то. Более точнее будет известно, когда я все это смешаю. Так, ну а вот он мой куб, короче. После перегона вот таких густых брак дно чистое, пригара не было. Вот как бы вот. Ну а тут у меня уже лежат запчасти для колонны, как бы приготовил. Сейчас буду переезжать в гараж и, так сказать, перегонять уже спиртяжку. Так, ну что, малёха, я ошибся, короче. Спирт сред получился, короче, 37 градусов, 22 литра. Блять, я его не хотел разбавлять. Придется завтра десяточку воды притащить и добавить сюда. Но это пока оставляем, завтра буду перегонять. Короче, там я уже ставил, спирт сред залил в куб, дабы замерить. Он там, не знаю, видно, не знаю, не видно. 40 градусов. А это срез, короче, получается 37 градусов. Так, ну что, перегнал, короче, я свои 22 литра спирта сердца из муки из 20 килограмм. У меня действительно получилось 22 литра
38%, содержанием спирта 38%. Перегнал я их на колонии, вот на этой. Ну, смогон получился так себе. Не очень вкусный, короче. И резко пахнущий почему-то головами. Сейчас я решил его второй раз переконять. Добавил, то есть получилось у меня 12 литров 600 миллилитров 43% самогона. Плюс добавил я еще 3,5 литра 58% хвостов, то что у меня в сборе было. Ну и запустил, соответственно, отобрал вот такое количество голов. Ну тут в районе 560 миллилитров где-то примерно, как бы так. Сейчас перегоняю банку. В банке у меня ориентировочно 94 градуса, потому что самогон сейчас в данный момент текет очень холодный, потому что на улице где-то минус 3, как бы так. Вот баночку одну я почти нагнал. И еще одну баночку буду нагонять. Ну, в данный момент спирт пахнет очень даже хорошо. Колонна работает стабильно. Вот в течение всего погона температура не скачет. Кстати, надо отдать должное продукции МЗБО. Как бы неплохая. Но небольшая наебаловка. В этой царге метра нет. 97 сантиметров всего-навсего. То есть имейте в виду, кто будет покупать. В кубе сейчас вот такая температура. В царге так. Идет возврат флегмы. Верх холодильника холодный. Продолжаем. Так, ну выгнал почти 3 литра самогона. Получилось у меня, судя по ариометру, 93 градуса. Но с учетом коррекции по температуре получилось 96,47. Как бы так. Вот, 3 литра 96% самогона. Вторая баночка у меня течет. Температура в царге все такая же. В кубе повышается. Что хотел бы сказать по электробезопасности. Провод у меня 4 квадрата здесь. Вилка силовая. Вот я поставил вчера только. Она сейчас не греется, в отличие от этой, вот, которая грелась у меня. Хотя она 25 ампер. Вот эта вот на 16 ампер, она не греется. Как бы так. Кто там? Провода 6 квадрат. Вот они идут. Здесь уже 4 квадрата пошли. Провод. Кто там гонит на 2,5 квадратах. Привет вам всем. Температура в царге начала расти, как бы. Получается, сейчас подбираются хвостовые фракции, как бы. Сейчас будем заканчивать перегон. Выгнал, короче, около 5 литров спирта крепостью 96,07%. Вот приобретенные
SPN 10 гранка, если видно. Кстати, она лучше работает, колонна с ней работает стабильнее, чем с простой. Не знаю почему. Ну, в общем, как бы так. Около 5 литров спирта добыли. Засим заканчиваю. Как все разбавлю, покажу, что получилось. Ну, короче, получилось у меня вот столько. Что я получил с 20 килограмм муки? Так, с учетом двух перегонов получается. Получилось у меня спирта крепостью 96,17, 5295 миллилитров. Почти, грубо говоря, нормально получилось в принципе. Добавил воды 7036 миллилитров. И получилось у меня 11 литров 970 миллилитров 43% спирта питьевого. Сейчас это постоит у меня пару дней, и можно будет с ним что-то придумывать.